Здравствуйте! Как и было обещано, сегодня мы обсудим новинки отечественной киноиндустрии. Начнем с премьеры этой недели, являющейся, судя по всему, переосмыслением трех мушкетеров Пола Андерсона. Как бы странно это ни звучало. Посмотрите в окно. Раунд второй. Мушкетеры в 3D. В картине с коварной миледи Милой Йовович, карающий своих противников в духе недавней «Обители зла». Все было здорово снято и весело смотрелось, без всякой ненужной серьезности. Мир не знал более коварной шпионки, чем миледи. У Улана все крайне серьезно, а следовательно, смотрится весь этот цирк, мягко говоря, очень глупо. Хочу поручить вам секретное задание, Уланы. Он жив, мы должны ему помочь. Он же русский. Ты погубишь себя и всех нас. Je m'efforçais pour revenir ici, sir. Снял эту балладу Олег Фисенко, создатель таких блокбастеров, как «Ведьма» и «Стрит-рейсеры». Так что к показу не рекомендуем. Чувствуется, что от провала Уланов не спасет даже вездесущий актер Безруков. В ужасах войны кровавой я опасности искал. Я горел бессмертной славой, разрушением дышал. И в безумстве упоенный чадом славы бранных дел посреди грозы военной счастье найти хотел. Чтобы хором здесь гремел эскадрон Улан летучий! Их около сотни. Как мы справимся? Поручик, их 20. Тем более, Уланы за мной! В другой картине, которая также стартует в ноябре, места Безрукову напротив не нашлось. Хотя тут его как раз очень даже не хватает. Хотя, может быть, оно и к лучшему. Саш, ну где ты? Я еду уже. Ну ты еще час назад обещал. Главным героем в картине становится сын солиста группы «Машины времени» Андрея Макаревича Иван. Ой, то есть сын известного преступника Александра Белого Иван. Мы можем все провернуть на следующей неделе. Среди бумаг, оставшихся от отца, я нашел то, что реально стоит кучу денег. Его убили 10 лет назад, но мать говорила, что он владел крупным бизнесом в России. Вот, посмотри. В общем, так. Едем в Россию. Трейлер, как и сам фильм, не спасает даже оригинальные темы. Человечек позвонил. Говорит, что сын некого Александра Белого. Вытряси все и ставь на нем крест. Я сюда зачем приехал? Бабки сруби! Я вляпался и приехал продать часть своего наследства. Ты вообще знаешь, с кем ты общаешься? Я знаю точно, что он не мог убить человека, понимаешь? Сын Саши Белого. Очки снимите, пожалуйста. Цель вашего визита – к родственникам. В отличие от кредо прошлой бригады, добровольно помогать и стоять друг за друга горой просто так, современные герои не собираются, поэтому протагонисту приходится напоминать им очевидные вещи. Мы вместе в этом ввязались. Значит, выпутываться надо вместе. До встречи на следующей неделе.